Есть одна цитата, с которой я полностью согласна. Правда, не знаю, кто ее сказал, но полагаю, что очень умный и мудрый человек. Одиночество – это высшее благо, которое дано познать только избранным. В чем заключается смысл и суть этой фразы? Дорогие, тот, кто не боится одиночества, а точнее уединения, не боится самих себя. Не бегите от себя, побудьте с собой наедине, подумайте о вечном. Такие места, как Гималаи, способствуют этому.